громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Добробут для людей, все для людей зробити, виконувати якісь требування, які люди хочуть. Ну, звісно, облагораживати город. Проблеми города, жителей города. Но дело в том, что, на мой взгляд, сейчас місцева влада наша дуже гарно працює. Навчання підростаючого покоління – це в першу чергу закон і порядок в місті. І ну, забудова міста так, щоб нам було зручно тут жити. В першу чергу, хоча б, я не знаю, один чоловік, фельдшер хоча б був, ослучилась пальця труба. Надо скоро не вызовешь. Ну, у нас такая система, что вот и было, ну, чтобы можно до кого-то обратиться. Или чтобы было действительно, что сообщил, приехали, оказали помощь. То нет бензина, вызываешь, бензин у вас есть. Я знал, что у меня что-то случится. Ну, такая проблема. Ничего нет, ни медицины, ни клуба, ни магазина. Вот приезжаем сюда вот хлеба купить. Проблемы, наверное, тепла, воды, уюта в городе. Мне очень нравится, как за последнее время обустроился наш город, как много поставили скамеек, как много заасфальтировали дорог. Вообще, я не знаю, я довольна МСВ Радой с нашей. Приют собачий открылся очень, ну как, намного меньше собак стало. Много работы там ведется, помогают приюту. Реабилитационный центр для детей есть. Есть турбота для пенсионеров. Настолько маленький городок у нас, уютный, красивый, чистый, теплый. Я очень люблю свой город. Рабочих мест. Первые проблемы – это рабочие места. У нас полный город молодежи, а работать негде. Это первая проблема, самая и самая главная в нашем городе. В плане благоустройства много чего в городе надо делать, особенно дороги, это самое главное. По мере возможности, кажется, вырешают. Все равно городочек у нас чистенький, красивый. Благоустраивают, дороги ремонтируют. В общем-то, все хорошо. У нас вроде місцева влада непогана, я не обіжаюся, я пенсіонерка, в мене дача, нам безплатно дають талони на дачу. Я дуже благодарна нашому меру Параконному за те, що він так зробив. Облагоражує, скамейки поставили, там возле нашого дому дорожку зробили для пішоходів. Я, в общем, довольна. Вирішують, ось бачу, доріжка у нас тут. Вже така, по якій можна ходити на каблучках. Це дуже їм дяка велика. Я тут живу, я тут ходжу, то це мені дуже подобається.